друзья, всем привет! Михаил Шилов и Супертошка в проекте «Корректура». Вот какой сегодня вопрос. У нас сегодня большая тренировка с утра, то есть у нас сейчас бег, то есть кардиотренировка, ну, с разминкой, бег, и потом у нас будет кроссфит с элементами силового тренинга, да. То есть мы петли тайрык с собой взяли, перекладины, брусья и все такое прочее. И смотрите, какая штука. Так как я рассказывал, помните, что кардиотренировку мы делаем натощак, для того, чтобы убрать жирки лишние, прослойку жировую там, и такое прочее, чтобы плоский живот был, то, в принципе, понимаете, какая штука. А тренировка большая сегодня. Она займет от часа до полутора, наверное, может занять. Да, вот. И поэтому натощак такую тренировку полноценно не выдержать, особенно после кардио, если пойдет нормальный физух. То есть энергии уже не будет совсем, да, даже несмотря на то, что пойдет перекись, наверное, окисление с липидов, уже не получится ничего. И сил не будет, и, соответственно, она просто пропадет. Но чтобы этого не произошло, мы поступили следующим образом. Значит, пока мы будем проводить кардиотренировку, пока у нас будет бег, это натощак все. То есть мы работаем где-то полчаса, там интервальный бег. Да, запускается окисление с липидов, оно дает энергию. Потом на этой энергии мы еще какое-то время там заминку производим, там, чтобы пока там подготовимся, пока петли повесим, пока перейдем на ту площадку, где будет силовой тренинг. Это там уже 40 минут будет. И потом можно чуть-чуть углеводов, причем даже быстрых, но только немного. Да. И чай. Да, для того, точно, и чай, для того, чтобы дать энергию дополнительную. И эта энергия с углеводов, она пойдет исключительно на силовой сам тренинг, не усвоится в жир, вернее, не отложится вообще ничего. То есть на депо ничего не пойдет. Ну, получается так, что вот тот самый кайфовый момент, когда можно сожрать быстрых углеводов, абсолютно безвредно, и даже не то, что безвредно, а на пользу, да. Поэтому вот и можно поступать со следующим образом. Ну все. Немножечко взяли. Да, мы на тренировке. Да. Пока.